Всем привет, и я представляю вашему вниманию обзор на волнистого попугая, которого зовут Василек. Вот, ну что можно про него сказать? Обычный попугай, недорогой, любит кушать свое зерно, играться с игрушками. Из игрушек, вот я сейчас могу назвать, это у него есть зеркальце, есть колокольчик, любит кататься в колечке, грызть минеральный камень, кушать песок, ну и пить воду, там яблочко иногда тоже любит. Вот, в данный момент он совершает такие вращательные движения своей головой, ибо не понимает, что от него хотят. Раскраска попугая представляет из себя сочетание белых, синих, кое-где, вот я смотрю, даже темного, черного цвета. Лапы стандартные, такие вот нежно-розовые. Да, ну что можно про него сказать? Весит он где-то грамм, может быть, 100, даже не знаю. Можно попробовать его, конечно, взвесить, но он может улететь. Вот. Ну, в принципе, знаете, рекомендую к покупке. То есть, никаких, скажем так, дефектов я не заметил. Вот, работает исправно. Вот, боится, правда. Да, иди сюда. Птица. Вот, пытается свалить от меня. Вот. Ну, на этом как бы все. Спасибо вам большое. Пока.